Привет, друзья. Несколько лет назад мне попалось видео с китайцем, который демонстрировал невидимый плащ. Так на себя он одевал, становился таким прозрачным. Я охренел, честно говоря. Мне все говорили фейк, фейк, но китайцы — это же те люди, которые жонглируют кубиками Рубиками. Конечно, они шарят, как делать невидимый плащ. В общем, я потратил годы на то, чтобы его где-то найти. Вот спустя все это время долгожданная посылка мне пришла. Давайте посмотрим, как она работает. Ну как? Конечно, она не полностью прозрачная. Знаменитое китайское качество, но тем не менее. Так что, ребята, кому интересно, ссылки, где можно это купить, в описании. Всего доброго.